Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101 FM. В студии Светлана Удельная. Здравствуйте. В Кирове накажут чиновников областного управления Росимущества. Арбитражный суд подтвердил законность решения Кировского УФАС по делу о продаже 100% находящегося в федеральной собственности акций компании «Спецоборудование». Аукцион по продаже акций состоялся в декабре прошлого года. Тогда для участия в торгах заявки подали 5 претендентов. Одному из них было отказано в допуске к участию в аукционе со ссылкой на то, что им не перечислен задаток в сумме более 500 тысяч рублей. Антимонопольщики установили, что задаток участника поступил на счет Росимущества в установленный срок. Все необходимые документы были представлены заявителям. Основания отказа в допуске являются незаконными и необоснованными. Чиновники областного управления Росимущества, которые приняли незаконное решение об отказе участнику в допуске к аукциону, привлечены Кировским УФАС к административной ответственности. Программа «Экономика». В Кировской области подорожали путевки в санатории и проезд по железной дороге. Это традиционное летнее повышение. Стоимость санаторно-оздоровительных услуг выросла на 20%, проезд в поездах дальнего следования на 10%. Кроме того, на 3% с начала года выросли цены на потребительские товары и услуги. В июне по сравнению с маем в регионе значительнее всего подорожали овощи. Так, по данным Кировстата, лук репчатый вырос в цене на 34%, капуста на 21%, картофель на 13%. В свою очередь подешевели яйца на 8%, греща на 4% и масло подсолнечное на 2%. Подорожали в июне строительные материалы в среднем на 4%. Программа «Экономика». В Кирове появятся электронные проездные. На осуществление проекта Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта был взят кредит на сумму 17,5 миллионов рублей. Это будут пластиковые карты, которые планируется выпускать 3 видов. Они будут различаться по цветам. Те, кто ездит за полную стоимость, воспользуются красной картой. Зеленую получат льготники с правом бесплатного проезда, а фиолетовую – те, кто имеет 70% скидку. Кондукторам выдадут специальное устройство для работы с данными картами. Программа «Экономика». И напоследок несколько цифр. До 1 миллиона рублей на софинансирование социальных программ и проектов могут получить некоммерческие общественные организации. 3 миллиона рублей потратит региональное правительство на развитие событийного туризма. Более 12 тысяч индивидуальных предпринимателей региона заняты оптовой и розничной торговлей, сообщает Кировстат. Курс валют по данным Центрального банка на 9 июля. Доллар сегодня стоит 32 рубля 62 копейки, а европейская валюта 40 рублей 38 копеек. Светлана Удельная, новости «Экономики» в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.